Стела благодарности казахскому народу. Монумент символизирует благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей родиной. Памятник, высотой 30 метров, условно разделен на 5 фрагментов. Каждый из них в отдельности имеет свой особый смысл. Идею прогрессивного и поступательного развития в будущее представляет собой основной ствол стелы, выполненный в виде семигранного столба. Завершает композицию изображение орла с развернутыми к полету крыльями, обозначающее независимость страны, стремление к преемственному и прогрессивному развитию. Позади стел расположилась 85-метровая колоннада, состоящая из 14 колонн.